А вот это уже карагандинская совсем дорога за Родниковским, ближе к Молодежному. Но если не смерть машине, то смерть подвески точно. Вот такие вот выкручивает кренделя. Ну куда деваться, тоже понять его можно. Сейчас его лучше обгоню. Пока благодарил, я долбанулся. Ну еще не раз это будет. Вот ей-богу, постепенно легче ехать. В следующий раз надо так и сделаем. Такие дороги у нас шикарные. Слов нету. Связывает дорога два крупных города Казахстана, а проехать невозможно. Ну, грейдером бы уже прошлись бы, этот асфальт убрали к чертовой матери. Ну, между совхозами же делают десятки лет такие грейдеры. Работает, и ничего, можно ехать. А здесь асфальтированная дорога, не могут один раз пропустить по нему грейдер, чтобы все эти кочки снял. Гравием просто засыпали бы, и то лучше было. Так, дальше продолжается все. Чтобы разъехаться, в яму не попасть, приходится вот так вот тормозить. После бомбежки то, наверное, меньше ям было. А издевается, знак 40 повесили. Тут 10 километров не разгонишься. Пешком быстрее идти. Тартколь поселочек. А здесь вот насосная. Молодежную приближаемся. Ползем, можно сказать. 40 километров. Да за 40 километров я бы уже давно уехал. И 40 километров можно хотя бы проехать здесь сейчас. А нельзя тут 10 километров. Все по-старому. 10 километров в час. 20 это уже достижение. О, кто-то на обгон пошел. Наверное, там дорогу получше.